Эй, всем привет, дорогие друзья! Заза с вами, каждого из вас люблю, поднял, приподнял и обнял. Ну вот, продолжаем сбегать из рабства. Давай так вот. А, подожди. Давай-ка ты вяленой рыбки покушаешь. И сегодня ночью мы, скорее всего, избежим. Но пока нужно еще чуть-чуть больше скрытности прокачать, чтобы не выхватить опять. Вот так вот в рифму я сказал. Вот, убираем, короче, параметр голода. Ну, у нас перегруз, блядь. А, нет, это не перегруз, а травма. Это у нас то, что живот немного выбит. Поэтому у нас режется немного скрытность. Короче, как мы выйдем отсюда и избавимся от травм, у нас вообще все будет шикарно. Вот. Можно, конечно же, так сделать еще. Немножко качать воровство. Так. Выкинем все это нафиг. Чуть-чуть воровство покачали. Сюда дело полезное. А, пока бегаем, сбегаем потом в соседнее здание. Мы уже вообще пацаны на стиле, блин. Короче, можем прям днем бегать. Но пока это, наверное, нам сбегать, типа, сегодня днем будет все равно еще опасно, скажем так. Так, мы уже немного отъелись, уже мясо появилось, не просто там кожа до кости. Не, тихий нокаут не получился. Спалил у нас. Давай все, сваливай отсюда. Ты, блядь, кто такой? Эти все равно нас видят. Ты где вообще? Я быстрее тебя, ты меня даже не догонишь. Давай, короче, зайду сюда. Так, у нас опять голод уменьшается. Все, давай, что ты там делаешь, блядь? Кандалы идут нафиг. Ой. Может сбежать от этого дядьки противного? Не, ну ладно, пока день, скорее всего, запалит. Давай сюда переметнусь. Запалили. Святое пламя. Ножовка. Тут еды нету. Ай, давай пока сюда беги. Заходи в клетку. Давай, замок пока скрою. Да нафиг идет отсюда. Не, тут нас вообще видно хорошо. Но стоять целый день в клетке как бы тоже не камильфо. Странно, что нас замечают. Но это опять же, это травмы живота, блин. Давай, сбегай. Или силу покачать, блядь, еще. О! Давай, давай. Берем сейчас всякого шлака себе. Блять, нахуй ты сюда зашел. Ой, сила покачается заодно. Потом сбросим все это. Перегруз 61%. Нормасик.
мешаем перегруз таким образом. Но это тоже все держит нашу скрытность. Но, скажем так, тренировки делают нас сильнее и более невосприимчивым к этому всему. Мой перегруз, видите, был 61, сейчас 60. Можно было, конечно же, сразу качаться это все дело. Сразу там с перегрузом, там все панталов этих наложить, я не знаю, там еще чего-нибудь. Ну, типа, камон. Мозга необходимости не было. Сейчас, короче, наш перс опять похудеет. Слушай, мы же быстрее их бегаем, да? Давай, короче, ты от всего этого избавляешься. Кандалов, там, херни всякой. Беги сюда давай. На скрытности. Ну, все равно быстрее их бегаем. Тут хавчик, наверное, есть. А, во, вяленую рыбу вижу. Давай пока на второй этаж, беги сразу в клетку. Надо его взять, поднять меня, обнять. Давай, сбегай. Ты куда ты, блядь, сразу на низ бежишь? Короче, давай на второй скорости. Скрытно, блин. Выкидываю нафиг эти кандалы. Сюда. Все, он ее съел, он ее съел. Давай наверх пока. Те хайки даже за нами угнаться не могут пока что. Ну, в этом и прикол, собственно говоря, находится. Так, ну мне не надо, чтобы ты меня выкупал. Мне не надо количество. Мне не нужны эти травмы. Чего у нас на 51, как бы хотелось бы подхилиться побольше. Оковы идут пока ко мне в инвентарь. Все. Бегаем, наслаждаемся перегрузом. Сейчас со стола что-нибудь подпилим. Еще какую-нибудь херню. Что по перегрузу 60%. Ну, нормасик. Короче, как прям вечер будет, мы все это дело выкинем. По корнерам убираем. Ну, перегрузик уже 59%. Уже вечереет, 8 часов, 9 почти там. День шестой заканчивается. Голод восстанавливается. Ну, мы теперь точно от голода не помрем. Можно прям бежать и бежать, хоть прямо сейчас. Нам же интересно, что там у соседей находится в здании, да? Давай сюда. О, съедобный брикет. Давайте отсюда валите. Не удался взлом. Что это за мега клетка какая-то?
Ну, 3 раза не прокнуло. Пять, что ли? Мне даже формулу выдали, нифига себе. А с пацанами попрощаться? Чтобы не оставлять свидетелей. Это меня видит. Все, давай, что там нанизу у нас? Вяленая рыба. Серьезно, запалили? Так, я, конечно, извиняюсь. Давайте-ка музыку и потише сделаю. Вот так вот. Это что-то слишком уж прям очень громко выходит. Все. Никуда я не сбегаю, ничего. Брикет я вытяну, чтобы его не стрелили внезапно, нечаянно. Все, давайте, пацаны, я пошел. Всем спасибо, блядь. Это можете себе оставить. Давай скрытно. Тут еще есть. Еще инструменты, еще вяленую рыбу. Все, я попер отсюда. Все, давайте. Куда я хотел? Давай сначала сохранюсь. Почему он, блядь, не переименовывает? Наверное, из-за языка, который у меня стоит, может быть. Ой, давай вместо вот единичка будет. Давай, побежали. Даже без переодевания, без ничего. Хотя бы на второй скорости. Ладно. В опасных местах, может, там. Все, проскочили. Блять, а нас заметили, за нами гонятся, да? Но мы быстрее бежим, так что в принципе не страшно. Сейчас они уже отстали от нас. Слушай, а что у нас по ловкости? Параметры атлетика 28. Ну слушай, мы уже такие, блядь, реактивные. Уже такие, блин, прям бегуны. Атлеты. Все, добро пожаловать в свободный мир. Еда есть, инструменты подпилили. Стоит, конечно, немного. Добром мы разживемся. Аптечка у нас там. Слушай, аптечки нету. Ну, это, конечно, такое себе, что аптечки нету. Я прибежал в какую-то пойму. Скрытность и скрытность. Так, скрытность не режется, но травмы. Травмы немного убирают. Зато ни перед кем не засветимся. Побегаем немного в скрытности. Правда, не знаю, качается она при этом, не качается. Не качается.
Ну, через воду он плохо пока бегает, плавает плохо. Скрытый лес. Я вообще хрен знает, куда бежать. Что-то мне кажется, я вообще не туда бегу, да? И все нормально. Нас тут заладили. Ты кто? Кочевники. Говорить. Пошли поговорим. С кочевником. Только козлы. А, ну козлов продает. Мне козлы не нужны. А, давай пошли дальше. Смотрим, что у нас там есть. Кто у нас тут? Людоеды. Ёпты. Давай-ка скрыто, блядь. Против людоедов. И тут железные листы лежат. Книга какая-то. Ну, все на продажу купили. Давай отдохнем, подхилимся, блядь. Слушай, что-то я какое-то неправильное направление, блин, выбрал. Пошел к людоедам вообще. Вообще, ладно, по дороге отхилиться, я думаю. Никто его запалить не должен. Да и бегает он, в принципе, быстро. Это, наверное, перевес, да, у него? Перегруз 0%. Да ладно. А сколько вы весите? 2 кг. Стоимость. Ну, кстати, стоимость низкая. Железные листы. Я думал, подороже будут стоить. Инструменты тоже не особо дорогие. Книга дорогая, но она вроде нужна для исследований. Но скрытность у нас прям вообще. Рука крана. Короче, опять бежим через земли святой нации. Нормальных поселений где здесь не нашел. Нужно найти какое-то нейтральное поселение. Награда 91 тысяча. Давай сюда. А чё ты встал? Типа не знаешь, как сюда добраться или что? Так, мы нашли какую-то святую ферму. Ну это стопудово опять же эти фанатики. Так, мне, наверное, надо двигать куда-то отсюда. Сюда, давай, я не знаю. Побежимся вокруг. Короче, за нас 90 косарей уже платят. Отбегаем, скажем так, от места нашего побега. Принципе, конечно, можно с кем-нибудь и зафайтиться. Найти только каких-нибудь голодных бандитов. Ну, все обмундирование. И все. И пошло-поехало. Руины. Ну, скорее всего, там просто лут, там какой-нибудь хрень лежит, я не знаю.
Я вообще по-хорошему, вот помню, где-то тут находится неподалеку хаб от этого, от места, где мы начинали. И ты побежишь побыстрее. Плюс по атлетике. Параметры атлетика 32. Ну, я думаю, в принципе, нас уже никто не догонит. Ой-ой-ой. Здесь у нас кто? Голодные бандиты против святая нация. Бля. Ага. Так-ка понаблюдаем. Ну или давай, может, мешаемся. Так, сейчас мне опять рудак выбьет. Дай-ка побегу отсюда. Давай без скрытности. Все равно меня не догоните. Или догоните. Блять, гонятся за мне, за мной все. Гонятся за мною все. Мне бы медицину там какую-нибудь у вас было полутать, было бы неплохо. Слушай, а ты быстро бегаешь, я тебе скажу так. О, подожди, это кто? Это голодные бандиты? Изгой святой нации. Блин, подхиляться мне тоже нечем. И они меня видят, причем. Так, а у меня просили, что хавка закончилась. Вроде не закончилась. Мне где-то аптечку надо найти. Давай хоть какую-то одежду раздобуду. Оружие не хочу брать. Сколько ты стоишь? О! А стоит-то оно неплохо. Давай самое дешевое тебе отдам. Вот это вот. Забирай. Заберу твой арбалет. Не так уж и быть, я тоже заберу. А, давай, что у тебя есть? Арбалет. Ну, слушай, арбалеты выгодно продавать. Стоимость при продаже, блядь, а так низкая. Сколько болты стоят? Что, болты повыгоднее, что ли? Палки твои сколько стоят? Вообще ничего не стоит. Ай. Давай так. Ничего, хила у никого нету. Так, погнали дальше. Ну, хаб тогда получается он внизу где-то должен быть. Ну, по кругу все оббегу. Смысла уже скрываться нету. Если он сам дохилится. Но мне реально пока без аптечки смысла выступать нету. Пошел экшончик, да? В отличие от первых двух серий, да? Ну, святые фермы. Ну да, мне стопудово надо было бежать когда-то вот первый раз, когда-то вот сюда. Я сейчас просто хожу тут по кругу. Хотя мог бы сразу туда. Блин, давай сразу сюда побежим, потому что мне кажется, что где-то хаб, где-то он вот тут вот, по-моему, находится. Либо тут, либо вот ниже. Ну, точно не помню. Играл Кенш тут давно уже.
Сейчас он там добежит, блин, на третьей скорости. Во второй смысла не вижу. Кто там, блядь, что там? Кто там шел? Кто вы, пацаны? Святая нация, да? Святая нация идет. Слушай, ну если нас там тот чел догонял, то... Ну, слушай, пофиг, ладно, качаемся, качаемся. Крепость 13 есть, параметр, что у нас по атлетике 33. И качается. Ну, значит, все должно быть хорошо, да? Ноги тоже должны быть быстрые, чтобы убегать от них всех. Хотя странно, знаете, что? То, что когда я там сидел в рабстве... Короче, от охранников избегал прям вообще лихо. От этих, блин, хрен сбежишь. О, смотрите, блядь, догоняет уже. Давайте менее ценное выкидываем. Что у нас тут режет? Скрытное сопротивление дробящему. Так, это ничего не режет. Ух, вес. 6 килограмм стоит при продаже. Херню. Просто надо избавиться от перегруза, получается. Перегруза ноль. Сразу отлетаем от них. Бегу в хаб. Так, от этих говнюков уже оторвался. Так, более только жалко. Ну, сразу налетели. А что за город, блядь? Святая ферма, блядь. О! Пошли ниже, что ли, блин? Блядь, опять выхватил. Мне хочется избавиться от этих, блядь, святош уже. Скорее. Но они меня не догоняют. Вадик к ним туда пытается, но он мне тоже не догоняет. Пытается ударить, но не получается у него. Ну все, мы оторвались от них. Через толпу так бежать не надо. Блять, не, смотрите, этот хрен догоняет нас. Ну все, отстал. Ну почти отстал. О, голодные бандиты, господа. Смотрите, у вас там траблы. Все. Стопка. Стопку. Блять, а у меня не снимается. Короче, дебаф, что я, типа, беглый раб, блин. И вот не помню, чей это город, это стопка. Слушай, не, я, кажется, помню. Стопка это тоже эти, блин. Святая нация. Блять, у меня даже хилки нету. Кто вы, блять? Беглый слуга изгой святой нации. Короче, у них даже шансов нету догнать нас. Блин, жалко я, короче, этих бинтов не взял, блин. Так бы было бы все в разы проще. Святые шахты, блядь. Нахрен мне ваши святые шахты. Надо хаб искать. Блять, ну он же тоже был быть где-то неподалеку. Давай дальше сюда сбегаю. Ну, ребят, давайте будем честными. У вас шансов нету. Я тут бегун, блин, от бога. У него атлетика 37. Их меня догоните. А, еду подъедает, у меня там рыба осталась только. Ну, не зря натырил, блин, потому что такие походы, они гарантированно, скажем так, отнимут еду. Знал бы я еще локацию, где это находится. Улей.
Ули мне подойдет. Вполне. Так, а мне сейчас кислота будет разъедать, да? Что это кислотные дожди? А там магазин протезов. Тут у нас что? Просто торговля, да? Давай сюда. Мне там есть кое-что на продажу. Так. Давай торговать. Так. Отлично. Что можно у тебя купить? Рыбку. Ну ладно, пока не надо особо. Мне бы хилочку у тебя взять, какой-нибудь бинтик там. Есть? Нету у тебя ничего, приятель. О, у тебя есть кое-что, что мне надо? Значит, мы поступим с тобой так. Немножко обворую тебя. Если ты не возражаешь. Блять, возражает. Тут у нас протезы. Блять, я купил бы с удовольствием. Давай без скрытности забегу сюда. Сейчас мясо там залутаем с этих. Ой-ой-ой-ой-ой, пацаны. А чё у вас тут? Кем тут торгануть можно? Ну, хилок у тебя нету, да? Хилок у тебя нету. Дай-ка горилл отберу. Сейчас деньги появятся. Давай я быстренько все это продам. Думаю, пофиг, робототехнику все равно купит выгодно. Деньги появятся. А где торговец? Ты торговец? Не, не ты. О, ты. Ну вот так вот. Мы уже 1,5 косаря есть. Пацаны, спасибо. Так, а мясо, подожди, у них там не было, этих горилла не было. Все, давай, шкура. Сюда. А, где ты там, торговец? Все, замечательно. Ну что, ребят, давайте-ка мы эту серию завершим. Как считаете? С вами был Зазепа. Всех люблю, целую. Ребят, подписывайтесь, лайкосики, ставьте комментарии. Все дела. Обязательно все прочту, отвечу. Вот. Ну и увидимся в следующей серии. Всем пока.